Друзья, и еще хотелось бы вам показать и ознакомить с нашим производством скрытого крепежа для планкена. Вот такая линейка, которая позволяет нам в условиях производства поставлять и самим работать с данным крепежом. К нам приходит оцинкованный штрипс толщиной 1,8 мм, покрытый цинком в 100 микрон. Далее он подается к нам на пресс, штамп, и после этого у нас выходит крепеж. На данный момент мы производим крепеж для планкена с ребром жесткости, со стопором и без стопора. И усиленный крепеж в трех размерах со стопором и без. И еще для удобства покупателей мы фасуем наш крепеж по 100, по 200 и по 400 штук в коробке.